Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, как известно, лучевая терапия имеет свою довольно давнюю историю, и фактически через два месяца после открытия их случаев они уже были использованы в онкологии. Эволюция лучевой терапии прошла от двухмерного планирования через объемное 3D к сегодняшнему 4D. 4D нам дает, собственно, синхронизация дыхания, эту последнюю четверку. Она может быть конвенциональной, зачастую именно она используется в нашей стране, и конформной, современной, та, которая должна, по сути, быть использована. При проведении лучевой терапии различаются несколько объемов. Общий объем, клинический объем, то есть объем с зоной субклинического метастазирования, и планируемый. Это геометрическая концепция для того, чтобы обезопасить и обеспечить доставку всей дозы к объему клиническому. В торакальной онкологии мы выделяем еще вот на втором месте в таблице, это так называемая ITV, то есть внутренний объем, который включает допуски на смещение опухоли во время дыхания. Понятно, что может быть использована лучевая терапия по всем трем программам в онкологии, по радикальной, паллиативной и по симптоматической. Вообще всего-то три их вида: дистанционная, контактная или брахитерапия и радионуклидная. В торакальной онкологии мы используем первых два. Всегда лучевая терапия происходит через несколько этапов: планирование, предлучевой подготовки, дозиметрического планирования, радиобиологического планирования и, собственно, уже проведение лучевой терапии. Важнейший момент, конечно, это топометрическая подготовка, разметка с обязательной иммобилизацией на фиксирующем устройстве от затылочной области до второго поясничного позвонка. Стабильно воспроизводимое каждую укладку положение. Руки размещаются, как правило, над головой, чтобы не попадали в зону облучения и максимально давали доступ к грудной полости. При топометрической подготовке выполняется КТ с шагом не более 5 мм для четкого оконтурения. Размещаются референсные точки. Если дыхание неравномерное, что мы смотрим во время КТ, то планируем еще и синхронизацию дыхания, так называемый гейтинг. Для, собственно, того, чтобы сформировать контур легкого, используется так называемая удлиненная КТ, то есть учитывающая все степени смещения. Обязательно оконтуриваются все критические органы, которые могут попасть в зону облучения. Это для грудной полости, это спинной мозг, прежде всего, пищевод, сердце, легкие и плечевое сплетение, когда речь идет о верхних долях. Ограничения доз на критические органы четко, в общем, описаны, стандартизированы. Все зависит, конечно, от разовой дозы и от суммарной дозы. И все, в общем-то, всегда можно сопоставить, что у нас получается. Важно каждый раз проводить контроль укладки пациента, чтобы хотя бы наше облучение было 3D. Это и киловольтные, и мегавольтные изображения, и, конечно, CBCT периодически. То есть компьютерная томография в коническом пучке. Целый ряд исследований не показал преимуществ какого бы то ни было нетрадиционного фракционирования перед классическим традиционным 2 грей 5 раз в неделю. Поэтому предпочтительно его использование. Было специально проведено целый ряд крупнейших исследований, в том числе РТОК, где это все, в общем-то, не показала разницы существенной. Интересная информация, что лучевую терапию рано или поздно при первичном лечении рака легкого требуется от 5 примерно 50-70%. Даже в странах с развитой медициной их реальное число, как правило, не больше половины. А у нас в стране ситуация совершенно неудовлетворительная. Доля больных, которым проведена лучевая терапия, даже снизилась с 20% в прошлые годы до 5% сейчас, по данным нашего главного онколога прошлогодним. В общем-то, схема четко существует в наших национальных руководствах. Всегда следует согласовываться с ней для всех форм рака легкого, для всех стадий. Позвольте подробно не останавливаться, просто мы должны каждый раз соотноситься с тем, в
в какую группу относится тот или иной конкретный пациент. Таким образом, три основных группы – это местно распространенный рак, по которым используется лучевая терапия, ранние формы, первая стадия, и это симптоматические различные и паллиативные облучения при, допустим, синдроме сдавления полой вены, противоболевая. Местно распространенный. Если позволите, то вопрос до интерактивного голосования. При местно распространенном немелкоклеточном раке легкого 3А, Н2 и 3Б стадии хирургический компонент лечения, то есть удаление радикально как бы, опухоли систематической лимфодисекции, по сравнению с оптимальной только химиолучевой терапией, значительно улучшает отдаленные результаты, первый вариант, незначительно улучшает отдаленные результаты, второй вариант, не влияет на отдаленные результаты, и четвертый ухудшает отдаленные результаты лечения, по данным последних крупных метаанализов. Так, о чем мы идем дальше? Сейчас идет голосование. Mm-hmm. Нет, почему? Я пытаюсь проголосовать. Ой-ой-ой. Коллеги, проголосовать у нас номер 3. Smartphone connected. Попробуйте еще раз запустить голосование, потому что мы его видим, голосуем, но пока вот пошло. Голосование пошло. Не 2 человека. 50. Коллеги, к сожалению, у Архангельска нет возможности проголосовать интерактивно, поэтому мы вслух говорим, что мы выбираем номер 3. Ну, я согласен. С Архангельском действительно не влияет на отдаленные результаты лечения. По данным последних крупных метаанализов. Пример контурного коллектора, он, в общем-то, производится в соответствии с нашей схемой лимфотока. И здесь представлены варианты, как это все оконтуривается, как сама первичная опухоль, так и все критические органы, на которые мы рассчитываем максимально возможную нагрузку, допустимую. Ну, вот таким образом производится синхронизация дыхания. То есть в момент, когда опухоль выходит из поля облучения, подача тормозного излучения прекращается. В ряде случаев мы, конечно, можем пользоваться еще и ПЭТ-КТ, АФЭКТ-КТ, для того, чтобы четко определить активные очаги. Особенно это касается лимфатических узлов, конечно. Адъювантная лучевая терапия. Проведенный в конце прошлого века ПОРТ-метаанализ крупнейший, в общем, показал, что отсутствие улучшения, а как правило, еще и ухудшение отдаленных результатов, поэтому надолго это было определено этим отрицательное отношение, хотя сейчас оно критикуется, потому что использовалась и несовременная техника, и иначе подбирались поля и очаговые дозы. Тогда было фактически встречные поля, никаких серьезных оконтуривания, никаких серьезных учетов повреждения критических органов. Вот это те данные старые. Потом, когда провели моделирование на тех же пациентах, но уже в наше время, в середине 2000-х годов, в 2010-х годах, было показано, что у пациентов с N2 статус все-таки значительное увеличение 5-летней выживаемости происходит. Тем не менее, до сих пор есть ряд исследований, в которых не демонстрируются изменения выживаемости, так и есть исследования, в которых она улучшается. То есть это предмет, конечно, продолжения каких-то рандомизированных крупных исследований. Вот как здесь. Есть крупные базы, в которых продемонстрировано положительное, в том числе в нашем институте было. В то же время есть и исследования, в которых нет эффективности. Что касается неоадъювантного химиолучевого лечения, то есть предоперационного, тоже есть ряд анализов, в которых
показано, что улучшаются отдаленные результаты, однако рост числа осложнений послеоперационных и резкое снижение качества жизни все-таки пока не позволяет рекомендовать неоадъювантную химиолучевую терапию в качестве какого-то стандарта. То есть это тоже предмет для исследования, но для подавляющего большинства больных оптимальным является проведение просто индукционной химиотерапии без лучевого компонента. А вот для пациентов с 3А, N2 стадии, как мы уже сказали, вот все эти исследования, позвольте так подробно не останавливаться, все видно, хазард рацио, П, существенная разница при использовании только химиолучевого лечения и химиолучевого лечения с хирургическим компонентом нет, поэтому, наверное, таких пациентов и не стоит оперировать. Посмотрите все это в графическом виде, тут можно не комментировать, все кривые идут вровень. Би- или тримодальная терапия. Ну, то, что мы сказали, если речь идет о предоперационной терапии, только, конечно, химиотерапия, не рекомендуем лучевую. Если речь идет о самостоятельной, то только химиолучевая терапия, поскольку это, конечно, сразу резко улучшает отдаленные результаты в отношении только лучевой, либо только химиотерапии. Брахитерапия тоже имеет свое место в современном лечении как местно распространенного, так и, конечно, раннего рака легкого. Любопытно, что первые попытки проведения этого лечения произвел тот же самый человек, который вообще первую торакальную операцию сделал при раке, это Эвардс Грэм. В 1933 году он выполнил первую пневмоноктомию, и в том же году он уже имплантировал в бронхи изотоп радия. Целый ряд может быть использован изотопов. Оптимальным представляется нам иридий, который хотя и требует перезаряжения каждые 3 месяца, тем не менее его преимущество в том, что сами эти дорогостоящие каньоны не требуются. То есть все-таки более такой экономичный вариант получается в сравнении, допустим, с тем же кобальтом. Внешний вид аппарата. Ну и, собственно, простота установки 1 мм на диаметр самого изотопа. Самого аппликатора. Вводится он через канал фибробронхоскопа под местной анестезией. Все очень просто. Зона интереса. И подключаем аппарат. Не требуется наркоза, как правило, в подавляющем большинстве случаев. Естественно, проводим то же самое этапы радиобиологического планирования дозиметрического. Схемы лечения, планы лечения. Как видно из таблицы, очень мало данных о отдаленных результатах. Как правило, речь идет о контроле симптомов и на небольшом количестве больных. Ну, можем похвастаться, что в нашей клинике таких пациентов уже как раз под 200 мы обгоняем подавляющее большинство прочих клиник. Мы давно начали использовать эту методику с конца 90-х годов и активно продолжаем. То же самое, как видно, на малом количестве больных всегда проводится анализ, и, в общем-то, хотя результаты хорошие. Адъювантная брахитерапия. У пациентов с риском рецидива в культе высоким было проведено достаточно крупное исследование, 222 пациента, она не показала никаких преимуществ, поэтому не будем ее тоже рекомендовать. То есть проводим брахитерапию только если действительно рецидив будет визуализирован тем или иным способом. Собственные непосредственные результаты, как видим, в большинстве случаев достигается хороший объективный ответ. К медиане выживаемости мы добавляем при трехмесячной, мы можем позволить повышать ее до 14-15 месяцев. В ряде случаев, коротко скажем, что необходимо восстанавливать просвет, просто для того, чтобы мы смогли позволить себе доставить аппликатор к зоне интереса, чтобы был канал, тоннель для него. Как правило, мы выжигаем аргоноплазменным или лазерным и дальнейшее удаление с трупа щипцевое. Непосредственные примеры, фото, операции, разные этапы реканализации, видно восстановление пневматизации на следующий день. Иногда фотодинамическую терапию используем, она тоже дает свои 3 месяца дополнительных к общей выживаемости. Иногда бывают стенозы неконтролируемые, тогда требуется стентирование просвета бронха. Ранние формы рака легкого – это очередной важнейший момент, который мы можем себе позволить сейчас лечить радикально.
Конечно, ранние раки мы начали легкого начали лечить с появлением стереотоксической лучевой терапии в основном. То есть вид, который позволяет в короткие сроки доставлять крупные фракции с минимальным повреждением окружающих тканях. Метод только в конце 90-х для экстракраниальных локализаций начал использоваться и утвержден только в 2001 году ФДА. Возможность, его широкие возможности связаны еще и с тем, что активное внедрение скрининговых программ, ну и вообще просто это усовершенствование техники диагностической позволяет у многих пациентов выявить опухоль на N-минус стадии, то есть первая, вторая стадия до 5 сантиметров с негативными регионарными узлами N0. Позвольте задать вопрос для интерактивного голосования. Второй. У какой доли пациентов мы можем добиться локального контроля? 20-40 первое, второе 40-60%, третье 60-80% и четвертое у 80-100% больных при использовании стереотоксической лучевой терапии. Первая, вторая А стадии. Архангельск присоединяется голосом 60-80%. Проблемы с голосованием идут. Спасибо. К счастью, немножко побольше, 80-100%. Больше 80% у нас локальный контроль, 90 и больше, по разным данным. Именно только стереотоксикс. Да, потому что, акцентировал в конце, потому что, в общем-то, конформная конвенциональная лучевая терапия при ранних стадиях сейчас практически не должна использоваться, это неправильно. Тогда их надо оперировать, конечно. Мы до этого немножко, сейчас дойдем. Было три попытки рандомизированных исследований, которые позволяли сравнить эффективность хирургического и стереотоксического лечения пациентов. Все они завершились из-за, в общем, противоречий хирургического и радиотерапевтического сообществ. Я думаю, что вот надо проводить такие исследования. Наверное, может быть, и в нашей клинике будет проведено, поскольку у нас таких противоречий нет. И всегда, в общем-то, мы видим сопоставимость, и будет действительно здорово и интересно проверить все это. Андрей Иванович, я хочу сказать, что хирурги за лучевую терапию. Да, а лучевые терапевты за хирургию. Любопытный слайд, показывающий, что функция внешнего дыхания вообще никак не влияет на возможность проведения стереотоксической лучевой терапии. Поэтому то, что ограничение для хирурга, для нас это не ограничение. Стоимость лечения тоже важна, что стереотоксическая лучевая терапия при коротких сроках госпитализации это стоит гораздо дешевле, чем хирургическое лечение. Важнейший момент, что средняя доза, суммарная доза должна быть не менее 100 грей, лучше больше, как здесь 140-160, это, например, при дозе, подводимой 3 раза по 20 грей, то есть полностью туморацидная доза. Планирование проводим опять, конечно, 4D, с учетом биомеханики дыхания. Иногда можно без этого обходиться, но, как правило, по 4D, то есть с гейтингом, синхронизацией дыхания. Укладываем каждый раз по компьютерную томографию в коническом пучке, каждый раз выполняем с четким укладкой по трехмерным изображениям. Отступ 3-5 мм. Обязательно, конечно, исключаем органы риска, поскольку дозы очень большие подводим, и можно серьезно повредить жизненно важные структуры. Как здесь, например, видно, как опухоль движется в процессе дыхания, и как облучение включается, выключается, когда она попадает в наше поле. Формирование ITV, то, что мы говорили, с учетом смещения, вот то, что на одном срезе мы видим меньше, потом на всех срезах, а контуром получается больше. На удаленных КТ. Вертикально, каудально и латерально мы стараемся по 3 мм отступать, краниально и каудально 5 мм, но это тоже связано с механикой дыхания. Критические органы четко описаны, и дозы на них ограничены в зависимости от разовой фракции.
При периферических очагах мы можем себе позволить подведение тех самых 140-160 грейбет, это три фракции по 20. При медиастинальном расположении стараемся все-таки одну фракцию добавить, уменьшив разовую, то есть 52 за 4 фракции, чтобы пощадить сердостение и миокард. Есть работ, которые позволяют, говорят о том, что можно не только периферический рак, но и центральный рак облучать, как альтернатива, в том числе и брахитерапии. Это, конечно, каждый раз зависит от конкретной ситуации, насколько мы можем туда подвести аппликатор. Если не можем, мы вполне можем провести стереотаксис. У нас тоже такие примеры уже есть сейчас, даже при центральных раках легкого. Ну и вот конкретные изображения, показывающие, как мы, какие фракции предводим при каком расположении опухоли. 4 по 13,5, 4 по 13,5 медиастинальный, либо 3 по 20 при периферическом расположении. Да, любопытный слайд предыдущий. Можно? Ладно. Там был слайд как раз после пневмонэктомии, полная облитерация контрлатеральной плевральной полости. То есть то, что все, казалось бы, исчерпано, все возможности нет, мы можем провести радикальное лечение на периферическую опухоль, метахронную, возникшую в оставшимся легком. Интересный момент, это, конечно, связанные с лучевой терапией, абскопальные всевозможные эффекты, это то есть абскопальные или немешенные эффекты, связанные с тем, что происходит изменение в не попадающих в зону облучения клетках, видимо, они связаны с иммунитетом, поэтому, конечно, любопытное использование одновременно иммунотерапии и дистанционной лучевой терапии, стереотоксической, в том числе лучевой терапии. Тут много вопросов, сколько надо фракций, какие зоны облучать. Допустим, если облучить все средостение, а не только пораженные узлы, как обычно было принято раньше, даже в том числе и не пораженные, то где будет потом презентоваться, скажем, опухоль, если нет лимфоузлы, важнейшее звено иммунитета. Работы уже есть о том, что совместное проведение лучевой терапии и различных таргетных препаратов, ингибиторов контрольных точек имеет высокий эффект, высокую эффективность. Нельзя забывать все-таки о осложнениях, связанных с абскопальными эффектами. Это различные свищи, пульмониты, поэтому тоже надо за этими пациентами внимательно следить. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Иванович. Краснодар на связи? Краснодар. Архангельск. Пока видим Архангельск. Сейчас попытаемся связаться с Краснодаром. Может, Архангельск пока поспрашивать? Да, давайте, хорошо. Андрей Иванович ждет вашего вопроса. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, какие средства иммобилизации вы используете при терапии? Лучевой терапии больных раком легкого. Например, пользуетесь ли вы матрасами? Не часто. Матрасы пользуемся, но не часто. Обычная дека, обычная фиксирующая дека. Акуфикс. Акриловидную раму используете? Да. Да. Обязательно. Да. Вы не могли бы еще поподробнее рассказать о том, как оконтривается плечевое сплетение? Вот за всю свою работу радиотерапевтом ни разу его не оконтривал. Мне просто даже интересно, насколько это актуально. Вот на последнем как раз совещании русском было как раз мастер-класс по оконтуриванию из Канады, по-моему, доктор. Вот как раз было здорово, интересно. Если мы можем обменяться, чтобы я прислал там более подробную схему, даже зарисовал. Делать, в принципе, как обычно, выходит, где плечевое сплетение у первого ребра, с этой зоны и, ну, в общем, по ходу нерва, по фьюжируемой, либо по МРТ, либо по КТ, проекция. Ну, ладно, сосуды вы отделите от нервов. Ну, честно говоря, при использовании обычного КТ для меня, по крайней мере, крайне затруднительно. Не, ну, конечно, да. Если не МРТ, то плохо видно, но в принципе есть топометрические атласы, и мы можем эту проекцию найти, нарисовать ориентировочно. Ориентировочно, на глаз, конечно. Ну, ясно, что оно там, больше ему негде быть. Ну хорошо, а второй мой вопрос. Насколько вы считаете это актуальным? Ну, пенкаст у вас часто встречается? Не скажем, что часто, и хирурги с ним активно работают, и лучевая терапия, конечно, показана. Химиолучевое лечение, да. Это как раз может быть как раз тот момент, где химиолучевая терапия в неоадъювантном режиме будет эффективной.
Да, скорее всего. Андрей Иванович, еще один последний вопрос, пока готовится к этому Краснодар. Вы сказали, что вы активно лечите больных центральным раком легкого с использованием стереотоксического подхода. Стенозы крупных бронхов вам встречались? Насколько часто? После какой дозы? Не встречались, лечим мы их не то чтобы активно, несколько человек прошло, просто буквально там несколько человек, поскольку их описание-то в мировой литературе, статьи там, где 5-4 человека, 3, у нас тоже, по-моему, 4 человека прошло, так что немного пока, скажем, мы не можем пока статистический анализ проводить полученных результатов, но эффект был. Хорошо, спасибо. А сейчас у нас есть вопрос в интернете. На каком этапе при химиотерапевтическом лечении аденокарциноме легкого 3-й стадии необходимо отправить пациента на лучевую терапию? Читаю дословно. Какой процент уменьшения таргетных очагов? На каком этапе при химиотерапевтическом лечении аденокарциноме 3-й стадии необходимо отправить пациента на лучевую терапию? Какой процент уменьшения таргетных очагов? Если речь идет о... Какого пациента, вот мы химиотерапевты, проводя химиотерапию, вот вы как наиболее оптимально считаете, какой процент наиболее оптимален для того, чтобы начать лучевую терапию? Я бы провел сразу синхронную химиолучевую терапию. Прямо на этом этапе, где вы находитесь, на том этапе и подключаете радиотерапевта. А какой будет процент таргетных очагов, это же можно сказать на круг. То есть мы говорим о комбинированном, правильно? Для какого-то пациента с аденокарциномой 3-й, насколько она у него чувствительна к химиотерапии, к лучевой, это его индивидуальное дело. А вообще процент ожидаем, думаю, не меньше там 30%.